Он в СИЗО. Он слева черный камень. Так, я привык ходить сам. И до этого, и после. Алексей Владимирович, я вас очень уважаю. Что вы хотели от меня? Посмотрите на меня, вот такой я полковник. Как себя чувствуете? Мое состояние по ходу и бою готов. Вот такое мое состояние. Помощусь, это моя жена Надежда. Владимир Васильевич, я уважаю людей, не выступил посмотреть. Нет, это нет, я же поклонюсь тоже самое. Мне это совершенно, чуждо. Прекрасная. Я вам могу сказать. Поехали. Пойдем. Я не люблю тебя.